Хаос на столичной улице Иона Крянга. 22-й троллейбус врезался в машину, которая двигалась перед ним. Авария произошла во вторник днем. Лобовое стекло разбилось и поранило нескольких человек. Очевидец снял происшествие на видео. Пассажиры толкали водителя и обвиняли в том, что он сменил полосу движения, пытаясь проехать перед троллейбусом. Я вообще ничего не делал. Да, мне там даже начали совершать маневр. В чем проблема? Я ехал прямо по этой полосе. Вот по этой полосе. Надо обвинить пибанда челал? Нет, конечно. Я включил поворотник и пристраивался вправо. Вот оттуда, где вот там вот белые машины. Поворотник был включен. Я не знаю, зачем так резко землю разгоняться. Что тут есть дрому, что он тратит брус? Кури. Он так тормознул сильно. По данным полиции, в результате столкновения никто не пострадал. Однако на видео заметно, что несколько человек получили поверхностные раны. Нам нужна скорая помощь. Два человека ранены. Находимся на троллейбусной остановке на Флакара. Это не авария. Он резко затормозил. Нет-нет, машины не столкнулись. Водитель троллейбуса был вынужден затормозить. В результате инцидента пострадали и дети. Люди падали, ударялись, девочка в крови. На месте происшествия образовалась пробка. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.